Арсений, магазин Тукэмп. Видеообзор поворотного кресла для лодки ПВХ. Вот. Кресло у нас крепится на сиденье размерами. Сейчас скажу максимальный размер. Максимальный размер банки у нас практически до 30 сантиметров. Вот. То есть здесь можно вот эту планку переставлять. Тут есть предусмотренное отверстие. Вот барашками можно переставить. И также вот эта часть у нас передвигается. Также здесь идут барашки. И можно под ваш размер банки спокойно его подрегулировать. Кроме того, в комплектации идут вот такие затяжки, которые продеваются здесь, и мы можем стянуть. Да, кстати, можете посмотреть поворотный механизм. Тут идет подшипник. Ну, то есть продели два крепежа вот так, установили сиденье на место, стянули дальше, продеваем. Уже на месте. Все, кресло у нас зафиксировано на банке, и никуда оно уже у вас не денется. Вот. Также кресло можно просто относительно сиденья передвинуть вперед-назад, используя внизу крепеж вот на барашках, сразу отрегулировать, выставить. Вот. Кроме всего прочего, у нас на сайте вы можете посмотреть упорные планки, так как если вы будете сидеть на лодке с сиденьями на электросе, оно будет назад вот так вот немножко крениться. Так, сиденье выполнено из металла прочного, вот, но необходима упорная планка либо на транец потом. Сейчас скажу размеры кресла. Размер кресла по ширине у нас 46 сантиметров, глубина 39, высота спинки 40, от сиденья 40 сантиметров. Пластик достаточно эластичный, то есть он не лопнет и не сломается у вас. Понравилось кресло, заказывайте у нас на сайте, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал, следите за новостями. Рекомендую.